не дороги, а направление экстремальное. Очень местность болотистая, непроходимая, и пробраться тут можно только на вездеходах. От далекого села Черемшанка в Долинском районе держим путь в Черную речку. Когда-то была деревня, а теперь просто точка на карте, упраздненный уезд. В этом доме дед его жил, Александр Чубаков, избу решил восстановить, начал реставрировать полы. Тут и выяснилось, что дом... Я же в новом доме запустил сначала кошку. Вот мы масштабы и размеры выбираем. Если дом большой, то и кошка большая. В этой холеной кошке уже и не узнать того раненого, исхудавшего найденыша. Слушай, что по народу пришло столько людей незнакомых. Будем знакомиться сейчас, да? Знакомьтесь, Кира. Росенок оказался девочкой, причем с... Царапаться, любит кусаться. Скажешь, нельзя, но кусается, начинает описывать. Так, вот как теми пивается, вот, смотрите, вот, все же, фу, Кира, фу. Все, начинает им кислить. Я невкусный, я большой, я невкусный. Уже старый, не проживешь. Сейчас у нее куриная диета. Субпродуктов съедает по килограмму в день. Кира, Кира, сейчас опрыгнет. Смотрите, какая маленькая, но дикая кошка. Вот так. У нее очень мягкие подушечки и очень-очень большие когти. Но если Кира разойдется, она может и до крови прокусить руку. Кира, Кира. Вообще повадки совершенно кошачьи. Настолько кошачьи повадки, что даже лоток на отлично. Киру хозяева прогрестогонили и прививки поставили необходимые. Рысиный ребенок оказался не гиперактивным, а просто очень игривым и любознательным. А еще Кира умеет мурлыкать. Правда, делает это только когда в гости к ней приходит хозяйский кот Барсик. Они любят лежать вот так, у окна, в обнимку. Ну а если Барсика нет, а играть очень хочется, Кира рада любому. На меня запрыгнуть она хочет. Вот что она хочет сделать? Фигасы. Она хочет скарабкаться по мне. Я же знаю. Мать ее, скорее всего, погибла. Отпускать в тайгу такого детеныша нельзя. Однако Кира не выживет, поэтому, вероятно, рысь так и останется жить с людьми. Места в доме и во дворе хватит всем, говорит Александр. Елена Малышкина, Алексей Мамажонов, Вести, Иркутск.